Вечер добрый, друзья. Начинаем розыгрыш. Наш очередной розыгрыш проведем сейчас. У нас 5 призовых мест. 1, 2, 3, 4, 5. И в каждом по 5 форм. Значит, вот они. По порядку тут ваши комментарии. Значит, проводится рандап. Вот в этом приложении. Фильтр пользуются все пользователи группы. Не лайкнувшие, а все пользователи группы, поделившиеся с друзьями. Или поделившиеся. Не, поделившиеся с друзьями. И вот наша группа. Вот. Нет, подожди. Поставить. Пост надо поставить. Вот эту ссылку надо поставить туда. Значит, только члены группы. Количество победителей 10. Это к тому, чтобы несколько раз потом розыгрыш не проводить. То есть, кто сейчас вылетает или по каким-то причинам не получает приз, этот приз переходит к следующему по номеру. Первые 5 мест, это первые 5, они получат. Если, допустим, 4 место не хочет получать или не соответствует правилам розыгрыша, то 4-му отказываем, этот приз переходит к 6-му номеру автоматически. 5-й уже 7-му перейдет. Вот так будет. Значит, пошли дальше. Вот. У нас лайкнуло 164, не лайкнуло, а поделились с друзьями 164 человека, вот они, вот, вот они. Вот программа так показывает, сейчас посмотрим тут. 182. Это означает, что остальное разница вот 182 и 164, остальные не состоят в группе, то есть они вылетают автоматом, они не получают, они не участвуют. Это не то, что я так хочу, просто я указываю, что те, которые в группе, я, это один из условий, то есть человек должен быть участником нашей группы, а не со стороны пришел и клацнули, получили. Ну вот, посмотрим, узнаем победителей, кто тут, вот. Первое место. Сергей Золотухин, мой хороший, поздравляю. Стас Давыдов, Лев, Лена Котельникова, Валерий Егоров, Евгений Волин. Так, первые 5 места. Остальные ждут в очереди. Алексей Чернышов, Лев Сергеевич, Александр Большаков, Алексей Васильев, Владимир Кузин. Ну, давайте сейчас проверим. Сергей стопудово, я его знаю, он не один раз покупал у нас формы. Вот. Участник наш, вот, розыгрыш. Попробуй, конечно, мой хороший, поздравляю тебя. Значит, второе место Стас Давыдов. Стас Давыдов, вижу рыбак. Вижу, все связано с рыбалкой. Стас, тебе тоже поздравляю, мой хороший. Вот, молодец. Значит, третье место. Лена Котельникова. Лена, по-моему, Лена тоже купила у нас, да, помню эту девчонку. Да, для мужа купила. Базара нету, все отлично, она подписана на нашу группу. Вот, вижу. Она купила у меня форму, я помню. Помню, красавица. Так, третий участник у нас. Лена, четвертый. Валерий Егоров. Сейчас посмотрим, Валерий, как у тебя дела тут. Обязательно надо, чтобы были участниками группы, друзья. И чтобы вы лили. Ну, видно.
Ну вот есть репост, репост есть. Да, вот. Не могу сказать, что нет. Репост есть, и видно, что в другом группе тоже подписан. Видно, что рыбак, ну, в крайнем случае подписан. Подписан, интересуется, вот здесь тоже есть. Ну, тебе тоже поздравляю. Валерий, тебе тоже поздравляю, ты тоже проходишь. Остался у нас пятый, Евгений Волин. Евгений Волин. Сейчас посмотрим. Сразу видно рыбак, сразу видно фотография. На первом месте репост. Есть репосты, связанные именно с рыбалкой. Азартный рыбак. Евгений, мой хороший, тебя тоже поздравляю. Пятым местом. Значит, все, что вы видите, вот первые вот пять победителей, они прошли. То есть не приходится у нас поменять. По условию, ребята, у вас 2 дня, чтобы вот под главным темам оставить, значит, свои желания, что вы хотите получить. Потом в личке напишите мне, куда отправить, кто получатель, и пишите там адрес, все в личке напишите, не в ленте. Значит, только вам надо в ленте или под этой темой, или под роликом написать, что вы хотите получить. Предъявляете свои права на получение этого приза. Проблем нету, отгружим сразу. Но я обещал всем, что сегодня этот раз у нас будет человек, который без конкурса, значит, выбирает призы, три формы. Да, по-моему, обещал три формы. Это у нас будет один из самых активных участников. То есть он может быть не всегда пишет, может быть не всегда выкладывает, но он все время, абсолютно все время следит за новостями, Человек постоянно в группе, постоянно класс, постоянно, даже если комменты не оставляет, это у нас... Где он там пропал? Сейчас найду я его, сейчас найду. Значит, вот здесь. Недавно увидели, вон здесь оставил. Вот он. Денис Потапков. Мой хороший, поздравляю тебя, ты самый такой активный, самый, который следит все время за группой. Денис, дружище, выбирай любые три формы, которые тебе по душе, там, до 4 до 5 дюймов. Выбирай любой, я тебе сделаю любой. Это тебе как привилегия за то, что ты очень активно с нами, всегда с нами. Спасибо тебе. Друзья, будем считать, что вот розыгрыш закончен. Сейчас я это отправлю в группу. Так, видео выложу попозже. А я пропустил. Вот. Пацан правит меня, сидит консультант. Так, отправить. Так, одна комментария. Она ушла? Разместить запись. Я не пойму. Давно не сделал, не пойму. Она прошла или не прошла? А, все. О, жалко, что прошла от имени.
от моей имени прошла, но ничего страшного. Все есть. Все есть. Вот. Поздравляю всех. Напишите или под роликом, или под самым розыгрышем. Загружу видео и покажу.